Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и я приветствую вас на канале «Мир детских увлечений». Предлагаю вам подписаться на мой канал, чтобы вы могли первыми видеть видео мастер-классов, которые я для вас готовлю. А сегодня мы с вами будем делать ожерелье в технике квиллинг. Для этого нам понадобятся полоски, ножницы, клей и нитки. Приступим. Скручивать рулончики мы будем с помощью зубочистки. У полоски загибаем уголок и начинаем скручивать наш рулончик. Рулончик мы скручиваем очень туго. Когда мы скрутили один рулончик, смазываем кончик клеем. Наш рулончик готов. Можно оставить его таким, а можно продолжить скручивание. Таким образом, я подготовила много цветных рулончиков разных размеров. Начинаю сборку нашего колье. Комбинировать цвета и форму рулончиков вы можете на свой вкус.
Когда основная часть нашего колье готова, мы приступаем к оформлению завязок. Для этого нам понадобятся нитки. Продеваем нитку сквозь крайний рулончик. Отмеряем двойную нитку длиной 30 сантиметров и обрезаем с одной стороны и с другой. Теперь завязываем аккуратные узелки. Красивым узлом мы завершим наше изделие. Вот такое красивое колье у нас получилось. Его можно надеть на праздник, на предстоящий карнавал. Если вам понравился этот видеомастер-класс, предлагаю вам ставить пальцы вверх и подписываться на мой канал. Приглашаю вас посмотреть и другие мои видео.